переносная 140-ваттная колонка для использования дома и на пикнике. В этом видео мы распакуем колонку JBL Boombox 3 в камуфляжной расцветке. Комплект поставки помимо самой колонки включает только пользовательскую инструкцию с гарантийным талоном. По размеру устройство достаточно крупное и тяжелое, почти 50 см в длину и около 7 кг по весу. Несмотря на пластиковый корпус, колонка собрана качественно и крепко, к тому же не боится влаги и брызг, есть защита по стандарту IP67. Можно смело брать ее с собой к бассейну или на природу во время небольшого дождя. Впрочем, кратковременных погружений в воду она тоже не боится. Кнопки управления расположены сверху под ручкой для переноски. Здесь у нас кнопка Play, пауза, увеличение, уменьшение громкости и сопряжение по Bluetooth. В отдельный блок вынесена кнопка включения и кнопка сопряжения с другими колонками JBL в одну музыкальную систему. Это можно сделать через фирменное приложение, либо просто нажав эту кнопку на одной и другой колонке. Емкость встроенного аккумулятора 10 000 мАч. Максимальная автономность заявлена на уровне 24 часов. Для полной зарядки JBL Boombox 3 требует около 6,5 часов. При этом колонка может еще и подзаряжать другие гаджеты. Необходимый для этого порт USB скрывается под резиновой заглушкой. Также есть порт AUX для подключения устройств по кабелю с коннектором мини-джек. Но самое главное здесь звук. За него отвечает обновленная трехполосная акустическая система, состоящая из мощного сабвуфера, двух среднечастотных динамиков и двух высокочастотных динамиков, выдающих 140 Вт суммарной мощи. Что в итоге? Это мощная современная колонка, которая подойдет как для дома, так и для улицы, не испугается дождя или бассейна и сможет зарядить ваше устройство. Отличный походный вариант.